Три часа осталось до Нового года. Мы встречаем его, знаете, салютами. Ну, происходит штурм города сейчас. Город берут, не берут, отдают, забирают, знаете, не поймешь. Ну, праздничный салют. Пожалуйста. Германии Кингель считает, что европейские государства должны призвать Россию, чтобы соблюдать права человека в Чечне. За два кресла мы погибаем! За два кресла погибаем мы! Все! А кто виноват? Вот Ельцин! И Джохар! Все, да? Мы все виноваты, кто вовремя не схватили. Три года ждали хорошего. И результат получили вот это сейчас. Бомбы. Вон женщина лежит, двое сутки раненые девчонки. Женщины вон, лежат дома, мертвыми. Тела не можем вывести, некуда хоронить, нечем везти и некуда. И не можем ни выйти ни из подвала, ниоткуда. Все люди страдают.